Друзья, здравствуйте! Страшно рада вас всех видеть, но вы знаете, мы собрались, чтобы погадать на сентябрь. Говорю и сама не верю. Впереди уже осень, пока еще золотая. Но вообразите себе для начала, что некий банк, вот какой-то банк захотел вдруг каждый день выдавать вам, перечислять на ваш счет 86 400 рублей. Разве это плохо? Ну, конечно, это хорошо. Многие хотели бы этого, и я, кстати, в том числе. А фокус только в том, что эти деньги надо потратить в течение дня, потому что на следующий день остаток не переходит. Вечером счет закрывается, все, что вы не потратили, эти деньги пропадают. Правда, на следующее утро с рассветом на ваш счет снова перечисляют 86 400 рублей. И снова надо с какой-то максимальной пользой их скорее потратить, потому что вечером счет обнулится. Звучит как мечта, а на самом деле у каждого из нас такой банк есть. Этот банк называется «Время», потому что с каждым рассветом «Время» зачисляет на счет каждого из нас 86 400 секунд. Представляете? И эти секунды нужно правильно, грамотно, по-доброму потратить, потому что на завтра они, ну понятно, на завтра их не унесешь, никак не сохранишь, не возьмешь. Время упущенное, напрасно потраченное, впустую или незамеченное даже, как часто бывает, на завтра его не унесешь. Это вот история, одна из тех, которые я рассказываю в моих сказках на ночь. Я надеюсь, что вы их тоже смотрите, не только же гадания. И смысл вот этого рассказа — это, конечно, совет. Инвестируйте вот это самое время. Это большая ценность. Время – невосполняемый ресурс. Давайте помнить об этом перед началом сентября. Инвестируйте его, вот это время, вот эти 86 400 секунд. Каждый день инвестируйте только в то, что дает здоровье, счастье, успех, в то, что радует. Цените всякий миг вашей жизни и цените еще плюс. Почему-то здесь же, да, каждого человека. Вот представьте, что любой человек, который вам встретился на жизненном пути, встретился не случайно, и он заслуживает, чтобы какое-то время, хоть чуть-чуть, вы на него тоже потратили. И красиво звучит кульминация в этой сказке. Время никого не ждет. Вчерашний день – это история, завтрашний день – это мистерия, а вот сегодняшний день – это и есть дар. Вот давайте, друзья, договоримся, дадим друг другу слово, что каждый из 30 дней будущего сентября мы проведем правильно. Мы будем заниматься только полезными, важными делами и ни секунды не упустим. Договорились? Хорошо? А у меня гадание для Тельца. Вот обратите внимание, у меня в руках новые карты. Следование ангелам или дух ангелов. Дух ангелов, они называются очень красивые, даже в профиль, блистают золотом. Один мой постоянный подписчик, зритель и теперь уже, надеюсь, друг прислал мне эти карты из далекой Америки. Я страшно рада. Хочу на своем канале про эти карты рассказать. Они очень содержательные, очень сложно задумана, придумана колода. Да, хочу сделать некое подобие обзора на эти карты. Итак, Телец. Сентябрь 21-го и следование ангелам. Я прошу вас, дорогие тельцы, настройтесь, включитесь. Вспомните, что гадание – это только отчасти шоу. В основном это пророчество о судьбе, это откровение. Это то, что должно заставить нас задуматься. Это то, что должно заставить сердце замереть на секунду. От счастья, конечно. Итак, тельцы и работа.
Достаю вам три карты на работу сначала. Готовы? Раз. Два. Три. Ну, звезды что-то так себе. Ну, не слишком благосклонно к тельцам в плане работы. Хотя история очень интересная. Одни мечи вам выпадают. Три карты масти мечей. Извините, вы видели своими глазами, как я карты мешала. Все, по-честному. В центре восьмерка мечей. Восьмерка мечей — карта ограничений или чужого злостного или злобного вмешательства. Первое. Обращайте внимание на людей, которые против, которым претит ваш успех профессиональный или успех в бизнесе. Они вмешиваются, а они не дают вам свободы, творческой свободы, не знаю, свободы самовыражения. Может быть, и физически, знаете, какой-то злой начальник появляется, который заставляет вас сидеть на работе, там, не знаю, до 11. Восьмерка мечей – это разные обстоятельства, которые скручивают руки и ноги, которые вот не дают действовать по своему усмотрению. Восьмерка мечей – это очень подавленная воля, максимально подавленная. Вот именно по этой карте часто приходится делать то, что вы вообще не хотите, а то, что хотят совершенно другие люди. Это решения, выводы, поступки по принуждению. Это правда плохо. А самое главное, совет восьмерки мечей. Как только чувствуете чье-то нездоровое давление, ну чье на работе, да, можно чувствовать давление, ну, начальника, естественно, сразу же активно выпутываетесь из этой истории, потому что если сейчас не выпутаетесь, дальше будет хуже, хуже, хуже. Кстати, вот эта восьмерка мечей, я могу так по опыту сказать, что это часто еще и совет уволиться с дурной работы, пораньше сбежать, пока не началось все самое плохое. Вполне возможно, что вот если вы чувствуете, что не в моготу, что действительно с вами дурно обращаются, заставляют делать то, что вы не хотите, если вы недалеко еще, не по уши забрались в эту работу и в эту, может быть, в эту профессию даже, то можно даже избежать. В конце концов, на земле много работ, где можно там без восьмерки мечей, конечно, обойтись. Ну и не добавляет, конечно, рыцарь мечей рядом. Рыцарь мечей — это фигурная карта. Рыцарь мечей — это такой злой демон, злой герой. Это тот самый злой человек, который вмешивается. Вот это портрет того человека, который против. Кто это? Вот близко ли он от вас находится, да? Ну, то есть, это может быть ваш прям непосредственный начальник, который к вам придирается, дышать не дает. Но это может быть и какое-то отдаленное, знаете, вышестоящее начальство, которое вы в глаза-то никогда не видели. Но они выпускают какой-то регламент, устав, директиву. И это очень плохо сказывается на вашей работе в целом, да? Вот работники, мне кажется, государственных учреждений, особенно там надзорных всяких, понимают, о чем идет речь, да? Выходит какой-то там подзаконный акт, и все. Вы меньше зарабатываете, но больше работаете. Например, такая история. Ну, расскажу уж сначала все самое плохое, да? Извините. Ой, королева мечей, сама злодейка, сама пиковая дама подобралась сюда. Тут уже вообще комментарии излишни, потому что, ну, пиковая дама, я ее так называю, на самом деле мы на Таро гадаем, здесь нет пиковой дамы, здесь есть королева мечей. Вот, это явно недоброжелательный человек, который хочет прямо и открыто испортить вам рабочий процесс. И, скорее всего, вот, если еще про рыцаря мечей можно сомневаться, да, он не, вот это рыцарь мечей не всегда обозначает человека, не всегда, да, это может быть набор обстоятельств каких-то, скорее, или общее указание на конфликт. А, кстати, рыцарь мечей, да, конфликт — это большая ссора с далеко идущими последствиями. Вот, то королева мечей — это всегда персона, это всегда человек. Но, естественно, мы сделаем вывод, что это какая-то женщина плохая.
не всегда. Знаете, иногда такие мужчины бывают женственные. Вот. В целом, конечно, карты советуют тельцам быть очень осторожными, очень осторожными. Если вы не готовы уйти с вашей нынешней работы, держитесь подальше от сомнительных, опасных или дурно настроенных начальников, потому что если с такими картами начнется конфликт, он не остановится, не затухнет, он обязательно, ну, прям плохо кончится. Поэтому, может быть, стоит дистанцироваться. В конце концов, в самую горячую пору больничный можно взять, да, чтобы где-то пересидеть эту историю. А что-то хорошее-то должно быть в этих картах? Есть оно хорошее. Когда мечи собираются в одном месте, они обозначают интеллектуальный штурм, некий ментальный прорыв. Вот именно в это время, когда кажется, что вокруг вас только молнии свищут, да, вы додумываетесь до самого главного. И вот именно с такими картами вы можете вдруг прозреть. Кто-то выберет идеальную специальность для себя или специализацию, кто-то вдруг догадается, где искать работу и какую. И это может быть время великих открытий, великих страданий, да? Но и великих открытий. Вот так вот же люди устроены, изобретают, когда страдают. Но если вы в сентябре хотите найти новую работу, допустим, вот вы сейчас без работы и ищете, то вот это как раз вполне возможно. Другой, потому что карты эти очень подвижны, активны. Они застой это вообще, кстати, не обещают. Вполне себе работа найдется. И, ну, вопрос только какая? Конфликтная. Кстати, хорошо, вполне возможно, что сама работа конфликтная. Тело, содержание работы бывает конфликтное, да? Тогда, ну, может быть, вы ищете там, не знаю, ищете работу судебным приставом. Тогда это вообще ваша карта. Вот такую работу вы найдете, естественно. Остается вопрос про деньги. Насколько денежной будет для вас новая работа? Но вот сейчас как раз я гадаю тельцам про деньги. Точно так же три карты на деньги. Ваш бюджет. Дебет с кредитом. Раз. Ну, хоть здесь-то получше. Два. Три. Ну, здесь действительно получше. Карты говорят, что будут доходы, будет достаток и будет какой-то определенный покой, какое-то спокойствие на тему денег или успокоенность. Карта умеренность выпадает. Она такая очень добродетельная. Она говорит о том, что, скорее всего, тельцы будут зарабатывать деньги, ну или получать деньги вполне такими привычными способами. То есть в той же кассе или на ту же карту. Карта умеренность описывает разные долгие пути. Поэтому какой-то денежный путь начнется у многих тельцов. Это начало зарабатывания, начало все той же новой работы, начало, может быть, вложений, каких-то долгосрочных инвестиций. Карта умеренность может описывать, да, крупную покупку, но только очень неспонтанную, и крупную сделку, извините, очень неспонтанную, такую, которой вы долго шли, планы, о которой вы долго вынашивали, знаете. И, может быть, что-то готово подождать. Это может быть покупка строящейся квартиры, например, вложенные деньги. И здесь еще и момент ожидания присутствует, да? То есть мы готовы 3 года подождать до сдачи дома. Но эта карта на самом деле очень хорошая. Она такая успокаивающая. Она говорит, что ничего сверхъестественного, сверхъестественно плохого с деньгами не произойдет. Не будете ссориться о деньгах, вы не будете делить деньги, вы не будете испытывать какого-то острого дефицита, какой-то острой нужды. Рядом шестерка кубков говорит о том, что очень многое в деньгах у вас сойдется. Просто сойдется. Знаете, вот тут те самые дебет с кредитом. То есть, скорее всего, на все хватит. И можете рассчитывать на помощь. Это еще и карта помощи.
помощь от каких-то близких людей. Если понадобится, обращайтесь, дадут. Вот. Шестерка кубков может еще говорить о каких-то очень душевных тратах, о душевных расходах. Знаете, что-то ностальгическое такое-то. Покупка подарков массово каким-то родственникам, если вы едете к родственникам в гости. Но это действительно хорошая карта, поэтому предполагаю я, что денежное настроение Тельца будет хорошее, несмотря на то, что на заднем плане на работе что-то пылает и рушится. Вот. И пятерка кубков здесь есть. Но пятерка кубков — карта разочарований. Напрасных, совершенно пустых, но от этого не менее сильных. Будете разочарованы тем, что, ну, наверное, в общем, суммарно заработками будете разочарованы. Несмотря на то, что все идет своим ходом и явно хорошо, место для разочарования найдется. Возможно, вы ждали больше, все-таки побольше вы ждали, чем в этом месяце придет. И вы, конечно, скажете судьбе спасибо за то, что на все хватило, но могло бы и побольше быть, скорее так. Денежные разочарования, вызванные пятеркой кубков, пройдут сами собой и достаточно скоро. Интересно, что? А вот самостоятельно, насильственно с ними справиться, убедить себя, что все хорошо, невозможно. Поэтому все-таки придется вам где-то в каком-то отрезке, в какой-то декаде, недели сентября пережить разочарование от того, что вот что-то в деньгах такое не состоялось. Или состоялось, но недостаточно хорошо. Например, какая-то сделка, ну, с недостаточной выгодой для вас. Дальше мы переходим к теме самой веселой и, как мне кажется, самой естественной для карт и для гадания. Я предполагаю, что древние люди, первобытные, вот изначально к тем же первым шаманам и колдунам ходили все-таки гадать на любовь, правда? Вот не ходили они гадать, там, даже поймается ли мамонт, или когда вторгнется соседнее племя в их деревне. Вот не спрашивали, мне кажется. Это потом все стали продуманы и ушли и начали гадать на деньги, и придет ли караван из Индии. Вот. А вначале вот к этим колдунам, ведьмам все-таки, мне кажется, потянулись влюбленные, потому что вот именно любовь или какая-то неутоленная жажда страсти, жажда отношений, сомнения, может быть, ревность часто, вот это не дает покоя, это заставляет людей гадать и обращаться к картам. И в наше время все-таки в основном люди гадают-то про любовь. Но снова я вас заговорила. Итак, что с любовью, что с романтическими отношениями будет у Тельца? Какая любовь? Сколько ее будет в сентябре? Также три карты. Раз. Два. Три. Вы знаете, вот, конечно, интересно, такой месяц насыщенный, по-разному насыщенный ждет Тельца. Не заскучайте, точно не засидитесь. И про любовь так много всего, что я теряюсь, не знаю, с чего начать. Во-первых, откровенно просматривается новое знакомство. Откровенно, вот просто на редкость. Если вы одиноки, свободные, то, пожалуйста, встречайте. Паж жезлов вам выпадает. Это именно новое знакомство. Начало отношений или шанс их завязать. Тем более, что где-то рядом есть нулевой аркан, карта Шут, которая как раз и описывает тот самый нулевой километр, то самое начало-начал, то есть это начало романа. Это момент встречи вашей с новым человеком, момент знакомства и момент легкого безумия или легкой безуминки, да? С которой настоящая любовь только и может начинаться, друзья мои. Если вы не потеряли голову
в первые 8 секунд, когда увидели какого-то человека, ступайте прочь от него. Вот, потому что все-таки надо классиков читать, да? Любовь всегда с безумия, с какой-то вспышки, с какой-то потери головы начинается. Вот весь этот сценарий в сентябре. Тельцам предлагают карты. Новое знакомство. И хотел сказать романтическое, но как-то язык не поворачивается. Потому что здесь скорее не про романтику речь идет. Вы знаете, вот с такими картами еще иерофант в середине, но о нем позже, да? А с такими картами напрашиваются слова «судьба», «фортуна», «карма», вот что-то такое. Это явно не легкая, не увеселительная романтическая прогулка. В вашей жизни появится человек, и это больше, чем романтический партнер. И это даже больше, чем завидный жених. Это даже больше, чем какой-то, возможно, ожидаемый муж. Этот человек без комментариев. Иерофант. Мы, кстати, про карту Иерофант с вами совсем недавно говорили в цикле «Карта рождения». Вот. И появляется какой-то человек, который буквально делит вашу жизнь на до и после. Очень духовный, очень совестливый. И отношения в этой связи у вас будут складываться необычные, необыкновенные отношения. Как с одной стороны хочу выразительно сказать, а с другой избежать каких-то вот банальных этих шаблонов. То есть появляется человек, по которому вы будете как бы себя мерить. Он будет образцом во многом или во всем для вас. И причем он необычный. Карта Иерофант обычных людей не описывает. Это необычный человек. У него необычная профессия или необычное происхождение, необычное хобби, необычное увлечение. Это человек такой вот совсем-совсем другой. Хотели вы другого, да? Надоели вам одинаковые женихи? Скучно. А вот здесь человек, несущий какой-то новый духовный мир, новые какие-то духовные или ментальные схемы вот, в вашу жизнь. С новым знакомством, я надеюсь, что мы разобрались. И я надеюсь, что вы не пропустите. А, кстати, вы знаете, в личных гаданиях, в персональных, мы же обычно говорим, ну так, если хотим немножко уточнить или упростить, что из видимо иерофанта мы говорим, что вам встретится человек сильно старше с точки зрения старше, с точки зрения карт старше, это понятие растяжимое, то есть он старше может быть как по паспорту, так и по мозгам, но вполне возможно, да, у вас знакомство с человеком, который сильно старше. Почему бы нет? Вот. А, ну, забыла самое главное. Конечно, если вы спрашиваете про длящиеся отношения, если вас беспокоит судьба вашего брака, например, то есть хорошо ли будут складываться отношения с мужем, там, с женой, если с женихом невесты, то есть если у вас какие-то есть отношения, да, отношения будут очень хорошо складываться. Но поскольку иерофант – это мужская фигура, мужская карта, поэтому очень многое, все, что будет меняться по шуту, это будет меняться по инициативе мужчины. Мужчина будет принимать решения, мужчина будет выбирать и действовать, причем действовать скорее активно. Много предложений услышите, много какой-то инициативы, необычных приглашений или, может быть, подарков получите от вашего мужа или, не знаю, просто любимого. Да, любая любовная история продолжается немножко необычно, немножко она как будто бы выруливает не туда, куда ждали, немножко оказывается, ну, более серьезной, что ли, или более сложной, или более запутанной. Потому что в этих картах ведь нет сцен свиданий, нет сценки со свиданием, нету. Здесь нету каких-то вот таких откровенно простых романтических карт. Это приход новой любви, которая заставляет задуматься, но это и старая любовь, которая тоже заставляет задуматься, возможно, выбирать. Ну и семья, частная, приватная жизнь, дом, недвижимость, родственники.
Раз для тельца. Два. Три. Ну, подряд вам выпали карты. 8, 9 и 10 жезлов. Много будете заниматься домом. Много будете заниматься домом, семьей, родственниками. Не ссориться, не спорить, не терять, безусловно. Это хлопоты о доме. Вот, например, десятка жезлов. Это карта семейно обремененных людей. Это хлопоты о детях, хлопоты о бюджете, о строительстве дома. Это ремонт, может быть, какой-то тяжелый. Это то, что вы позволили на себя, ваши свои жилищные условия или родственные обещания, взвалили и теперь гордо тащите. Несмотря на то, что иногда и тяжело. Естественно, девятка жезлов здесь есть, как призыв, собственно, действовать активно. Вообще жезл, это же мать действия, поэтому что-то делайте с вашим домом. Вот сентябрь дает тельцу зеленый свет, чтобы что-то делать по дому. Я не знаю, там огород копать, строить что-то или, может быть, создавать новые семейные отношения, новую систему каких-то семейных отношений. То есть ваша, вот, знаете, деятельность потребуется. Вот от вас прям деятельность. И будет максимально тяжело. Вообще считается, что это такой грозный знак, когда девятка с десяткой жезлов сходятся вместе. Они говорят, что человеку придется вот прямо пахать. Прямо пахать. Может быть, просто, например, много работы для того, чтобы выплатить вот эту новую огромную ипотеку, которую вы сейчас взяли. И немножко в стороне восьмерка жезлов, потому что это все-таки карта везения. Вот видите, она даже по-другому нарисована. Вообще очень грамотно. Ну, там не только красиво, да, но содержательно, грамотно карта иллюстрирована. А восьмерка-то жезлов – это карта везения, кони. Не зря же они куда-то с триумфом несутся. И в домашних, и в семейных делах повезет. То есть сильно повезет, очевидно, заметно повезет вам лично или вашим близким родственникам, людям, с которыми вы делите быт. Поэтому рассчитывайте на и счастливые, удивительно счастливые новости, но и на колоссальную нагрузку, дорогие тельцы. Совет, как всегда, мне кажется, для тельца уже это становится системой на протяжении нескольких месяцев. Совет у меня для вас, друзья, купите хорошие витамины, потому что очень много сил потребуется, чтобы ругаться на работе, раз, чтобы... Ну, с деньгами все хорошо, можно не думать, чтобы встретить новую любовь и не испугаться. Два. И чтобы на благо семьи потрудиться хорошо. Это три. Это же сколько сил надо. И опять же того же времени, про которое я вам вначале говорила. И одну карту совет тельцу хочу достать. Одна карта, только одна карта из этой же колоды – совет. Шестерка жезлов. Победа, победитель, празднуйте триумф. Настройтесь ощущать себя победителем в любом деле, за которое вы в сентябре возьметесь. Вас ждут аплодисменты и какое-то, ну знаете, такое всеобщее заметное призвание. Признание, простите. Вы победитель. Видите, вы стоите на пьедестале, но не в одиночестве, в чистом поле. А здесь вот у вас есть группа поддержки, группа поклонников, людей, которые вами восхищаются, хотят как-то за вами следовать. И в позиции совет шестерка жезлов говорит о том, что, ну, заранее настройтесь примерять медали на себя. Соответствующим образом себя ведите, ничего не бойтесь, смело идите любой дорогой к любым победам. И где-то там внутри сентября для вас вот такой победный туш, победный марш приготовили звезды. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал и увидимся.